Привет всем, меня зовут Юра, и у меня сегодня небольшая работа. Мне нужно устранить потек воды в плат этой дучи. Вот, я нахожусь сейчас в ванной комнате. Вот это плат этой дучи, которая протекает. Снизу люди, когда купаются, к ним на голову капает вода. Так, у меня осталось 6%. Надеюсь, что не потопнет телефон. Вот, я уже приготовил молоток и зубило. Эта ванная покрашена. Здесь плитка покрашена специальной краской. В принципе, я обнаружил здесь, как правило, нужно смотреть проблему по шву. Потому что всегда проблема, если течет вода, это значит шов открытый. Но в данном случае все здесь красиво, все затопарено, шов промазанный, плитка тоже покрашена, нету никаких погрешностей, все отлично. Поэтому, откуда может идти вода? Конечно же, с сифона. Для этого мне нужно просто открыть снизу. Здесь удобно тем, что высота позволяет сейчас мне разбить. Здесь разобью кирпич, и я могу посмотреть, откуда идет проблема. Но иногда эту плату, эту дучу ставят прямо на пол. Вот. Тогда приходится разбивать все полностью плату, эту дучу. Вот какие неудобства могут быть. Но в данном случае это квартира для сдачи в наем, и поэтому здесь сделали немножко выше. Молодежи, в принципе, без разницы. А люди пожилого возраста, конечно же, стараются делать плату этой дучью как можно ниже. Ладно, начинаем искать проблему. Ну вот, проблема видна. Сифон, в принципе, как я вижу, не протекает сверху, а просто резьба плохо закручена. Сейчас я попробую закрутить хорошо сифон на резьбе. И, в принципе, я думаю, на этом мы оставим и закроем эту дырку. В принципе, повезло. Более-менее не нужно менять. Надо бежать в магазин сейчас. Так, а ну я попробую включить воду. Как вода будет бежать? Блин, вода будет бежать отлично. Только нам надо сюда. Прямо. Ну вот, в принципе, и все. Вот я воду включил, сейчас проверяем. Я зажал. Вот видите, там где резьба, не могу рукой показать. Шайба с резьбой. Я зажал ее сильнее. Причина в том, что трубка, вот это на 40, диаметр 40, кто-то обрезал ее сильно коротко. Поэтому от времени она просто, наверное, выпала и начала вода капать. Я открутил, прочистил, попытался ее сунуть сильнее и зажал хорошо, как только мог рукой. В принципе, все, сейчас не бежит, проблема устранена. Эту дырку, не знаю, я, наверное, топорить не буду. А здесь поставлю решеточку такую металлическую. Временно. Вот и все. Бойтесь, практикуйтесь, делайте, и все у вас получится. Ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока.